Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. На Чембулатском карьере запустили производство порошка. На Чембулатском карьере запустили производство порошка для выпуска бетона. Он способствует снижению водопроницаемости асфальта, сокращению расхода битума. Укладывать его можно при температуре на 20 градусов ниже по сравнению со СНИПом. В запуске производства принял участие вице-губернатор Игорь Васильев. В Лебяжском районе он также посетил асфальтовый завод «Карьер Приверх». Там в этом году запустили асфальтосмесительную установку. Теперь предприятие ждет увеличения объемов дорожных работ, чтобы запустить оборудование на полную мощность. Программа «Экономика». Клиента компании «Просто деньги» обманули на 4 миллиона. В мошенничестве в особо крупном размере подозревают управляющего советским подразделением организации. По версии следствия, он предложил ранее знакомому клиенту сделать вклад на 400 тысяч рублей, а документы и деньги в офис он не передал. Аналогичным образом управляющий с этим же клиентом заключил еще 3 договора займа на общую сумму в 4 миллиона. Получить свои деньги по истечении срока договора клиент пытался год, прежде чем обратился в правоохранительные органы. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Экономика на 101 FM. Застройщика спорткомплекса Новоровского оштрафовали. Он до 15 августа не перенес теплотрассу с места строительства. В компании «Модоспорт» объяснили срыв сроков несвоевременной поставкой труб и пообещали к сентябрю все сделать. В КТК отмечают, что если не выполнить работы до начала отопительного сезона, риск замерзнуть возникает для 37 жилых домов и 2 социальных объектов. А для ремонта в случае разрыва на теплотрассе потребуется сносить часть стены нового спорткомплекса. Застройщику выставили пение 329 тысяч рублей за просрочку графика реализации инвестпроекта. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59,65, евро стоит 70 рублей ровно. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.